Подозреваемых в угоне как минимум 3 автомобилей в Свердловском округе Иркутска задержали полицейские. Накануне похищенные в течение месяца машины удалось обнаружить в лесном массиве Ленинского округа. 2 из них злоумышленники сожгли. Сотрудники уголовного розыска задержали 5 подозреваемых в угонах. Это местные жители в возрасте от 16 до 19 лет. Возбуждены уголовные дела. Сейчас задержанных проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.